В России снова беспилотники. И снова в Москве. Знаете, я с утра, когда прочитала эту новость, словила себя на мысли, что дроны в крепости РФ уже даже не удивляют. Но, конечно, много кадров взрывов в РФ не бывает. Поэтому ловите еще. Кстати, из-за дрона в Москве впервые закрыли все 4 аэропорта. Опять же, по чистой случайности, снова подавили возле башен Москва-Сити. Он, по заявлениям российских пабликов и властей, упал на нежилое здание рядом. Вероятно, в этот раз РЭП действительно смог подавить беспилотник. Но раньше же также сбивали, разве нет? Вот только падали они точно на Москва-Сити или же все-таки не сбивали?